Мы получили сообщение в телеграм-канале о обращении морпехов 155-й бригаде в части тех больших потерь, которые они несут под Павловской, в части принятия решений командования, которое отправляет ребят. Связались с командирами. Вот, да, потери есть, идут тяжелые бои, вот, но они далеко не такие, как пишут в этом обращении. Мы направили материалы в военную прокуратуру и сейчас непосредственно связываемся с командованием, с тем, чтобы по каждому этому случаю был проведен определенный разбор. Для нас гибель любого приморца имеет большое значение. Мы искренне скорбим по тем, кто погиб. Будем помогать семьям. Вот, то есть будем помогать раненым ребятам. Мы верим, во-первых, в то, что команда не примет все меры для того, чтобы минимизировать эти потери. Но мы со своей стороны будем дальше продолжать помогать нашим военнослужащим с тем, чтобы как можно было меньше потерь обеспечить им необходимым снаряжением и оборудованием.